Мне, например, до сегодняшнего дня непонятно, когда стоит вопрос о денацификации, где критерии оценки, где должна остановиться денацификация. Ликвидация батальона «Азов» – этого достаточно для того, чтобы сказать? Нет. А режим Зеленского вы называете нацистским. Он должен быть что? Что с ним должно произойти? Он должен быть отстранен или как это вообще? Я думаю, что о чем, вот, Владимир просто... Вольфович Жириновский... дал свое гениальное предсказание, оно звучало так. Зеленский последний президент Украины, потому что потом не будет никакой Украины.